За 9 месяцев этого года в нашем регионе построено 2600 новых квартир. Это в полтора раза больше уровня января-сентября 2010 года, сообщает Орелстат. При этом темпы роста строительной отрасли в целом пока ниже прошлогоднего уровня. Основные причины – высокий уровень налогов, высокая стоимость стройматериалов, высокий процент коммерческого кредита. Уголовное дело в отношении группы орловских чиновников во главе с вице-губернатором Виталием Кочуевым отправить на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Такое решение принял вчера Верховный суд. Напомним, их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате. В качестве меры пресечения для экс-чиновников избран залог. Для Кочуева и Долуды по 4,5 миллиона рублей, для Козлова 4 миллиона рублей. 68-летней орловчанке придется выплатить штраф 120 тысяч рублей. Так пожилую женщину наказал суд. Она покупала технический спирт, разливала его в бутылки с этикетками «Подольская», «Водка Русь» и «Липецкая» и продавала по 40 рублей. Эксперты выяснили, этот продукт был опасен для здоровья. В топ-40 глав регионов по упоминаемости в федеральных СМИ вошли два черноземных губернатора – Алексей Гордеев и глава Липецкой области Олег Королев. Они заняли, соответственно, 25-е и 29-е места. Эти же губернаторы попали в топ-40 по упоминаемости в региональных СМИ. Тамбовские, орловские и курские губернаторы ни в один из рейтингов попасть не смогли.